стоит же X5 Wood. Основные отличия от X5 Synthetic – это наличие деревянного вместо пластикового приклада. Ввиду этого увеличился вес винтовки практически до 3 кг. Комплект поставки – сама винтовка, картонная коробка, паспорт, инструкция, в ней имеется русский язык, что приятно, и пружина стандартная, витая вместе с поршнем, видимо, для возвращения винтовки к стоковым характеристикам. В Россию они поставляются в ослабленном виде. Полная длина винтовки – 1 метр 3 сантиметра. Калибр – 4,5 мм. Приклад, как видите, никаких пистолетных рукоятей. Итальянская классика. Под курка очень небольшой, имеется в виду свободный. Предохранитель автоматический. Снимается легко, даже одной рукой. В качестве крепления для прицела идет ласточкин хвост. Стандартные воздушные прицельные приспособления, цель и камушка, оборудованные фиброоптическими нитями, наподобие Траглоу у другой итальянской компании Гамма. Спереди красные, сзади зеленые. Основное преимущество в том, что, во-первых, они контрастны по цветам, глаз меньше устает, во-вторых, определенные преимущества, если целитесь в сумерках, либо в условиях недостаточной освещенности. Испытывать винтовку мы будем на стандартных гаммовских пулях, гамма-матч массой 0,49 грамма. Скорость плавает, потому как винтовка новая, только с коробки. Это, по сути, были первые 5 выстрелов, которые она произвела. Следует это понимать. Винтовку можно рекомендовать новичкам, для тех, кто не хочет начинать с ИЖей. Это наши винтовки. От себя скажу, что качество выше среднего, цена ниже среднего.